На этих кадрах новая страница истории шинного завода – запуск агрегата «Дуплекс». Это еще одна линия производства. Новое оборудование предназначено для выпуска заготовок протектора и боковин на шины. Простыми словами, агрегат задает ходовые качества, влияет на скоростные характеристики, износ шины. Стоимость «Дуплекса» – 200 миллионов рублей. Окупаться такой агрегат будет около 5 лет. Сегодня вот мы были участниками, по сути дела, начала еще одного нового производства на оборудовании «Дуплекс». Новые рабочие места, улучшенные показатели, ну, в первую очередь, деятельности самого предприятия, самого «Нартекса», значит, экономические показатели. Кстати, в прошлом году здесь запустили 10 новых модель шин. В этом планируется еще 15. Сегодня завод поставляет свою продукцию не только в регионы России, но и в 36 стран мира. Мы производим уже на сегодня 300 номенклатурных единиц. 300. Это все различных шин, которые только существуют. Закладывался завод под 30. То есть изначально должно было быть 30, сейчас у нас 300. Цель 350. Запуск новой линии – лишь часть большого обновления на заводе. Сейчас здесь порядка 100 единиц техники ждут своего монтажа. Порядка 400 миллионов рублей вложено в подготовительный цех. Это линии сажеподачи, это линии аспирации. Аспирация позволяет уйти от пыления, аспирация позволяет собирать то, что сейчас уходит у нас в атмосферу. То есть на сегодня уже, буквально недавно был Роспотребнадзор у нас, да, проводилась комиссия, мы уже пришли к нормам. То есть если раньше мы уходили от этих норм, мы уже в нормах находимся. Благодаря тому самому «Дуплексу» на предприятии уже появилось 40 рабочих мест. Всего же в этом году на заводе планируется набрать 250 новых работников. Ирина Корчагина, Николай Шелко, День с толком.